Привет, друзья! Сегодня 4 февраля, около 9 часов утра на 422 километре автодороги Урень-Котлас произошло дорожно-транспортное происшествие. 31-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda, на большой скорости столкнулась с фурой. Видимо, 32-летний водитель грузовика пытался уйти от столкновения, поскольку съехал в кювет. Тем не менее, удар оказался такой силой, что иномарку превратило в искореженную груду металла. В результате ДТП погибшая жительница деревни Морозовице. Чтобы извлечь ее тело, спасателям пришлось буквально разрезать кузов. У женщины осталось двое детей. Водителю грузовика госпитализации не потребовалось, сильных травм он не получил. Еще одно ДТП с фурой произошло в Суздальском районе. Около 16 часов ровно на 50-м километре трассы М7 фура буквально раздавила легковушку. По предварительным данным полиции, Mazda на перекрестке не уступила дорогу Мазу с полуприцепом. В итоге многотонная машина снесла легковушку, обе они вылетели в кювет. Там фура завалилась на бок, под полуприцепом оказалась зажата перевернутая Mazda. В легковушке находилось 3 человека. В страшной аварии погибли водитель 1968 года рождения и один из пассажиров 1965 года рождения. Они скончались на месте ДТП. Еще один пассажир Mazda 1985 года рождения был госпитализирован. Его деблокировали сотрудники МЧС специальными инструментами. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.